Вы знаете, отношусь достаточно равнодушно. Я не призываю людей ходить, не ходить на подобные мероприятия. Это мероприятие, которое организовывают крымские власти. Кого посчитали нужным, они пригласили и так далее. Единственное, что меня абсолютно не удовлетворяет, это то, что подобными мероприятиями хотят подменить памятный день. Может быть, еще что-то, то, что уже стало традиционным на протяжении многих лет. Ну, в частности, из тех интервью, которые давали руководители, одни из руководителей Республики Крым, было понятно, что данный день хотят как бы противопоставить памятному дню 18 мая. И я категорично с этим не согласен. И вообще участие в каких-либо праздничных мероприятиях как раз омрачается тем, что в Крыму продолжается уголовное преследование, продолжаются обыски, допросы, задержания и аресты крымских татар по, знаете, мотивам, которые мы категорически как бы, ну, отрицаем в Меджлисе крымско-татарского народа, так как события 26 февраля происходили на территории Украины, и крымские татары в тот день собрались на мирный митинг в поддержку территориальной целостности Украины.